Привет! Ну что же, проходим дальше. I'm alive. Чё-то тут какая-то жопа. Так, погоди, это не порядок. А давай сожрем. Ладно, все, погнали. А чё я? Я ну, вообще что-то делаю не то, да? Здесь нет ни хера. О, там что-то есть. Ничего нет, ни хера. Что я сделаю вот так вот? А, бля, ах ты, сука. Серьезно, это я на начало вернулся? Да, прикинь. Ладно, что-то столько, блядь, этих ходов, как-то, что можно сделать. Но и при этом же опять, типа, блядь, полная нихуя. О, смотри. А какого хрена? Чё-то, блядь. Хуерга какая-то. То есть там труба обломалась. То есть путь у нас только... А нахуй я там-то полз, блядь? Если в одну точку можно попасть с несколькими путями. Вот.
Вот и опять же, блядь. Да пей ты, блядь, воду свою ебучую. А чё там? Вот мне интересно. Вот просто что там? И вот опять, сейчас, наверное, всю содовую, блядь, выпью. А чё у меня жизни-то уменьшились? Да ты, блядь, будешь и пить, нахуй, долбоёб ебаный. Нихуя, схуя ли ты так? Блядь, да... Серьезно? Так, мне это не нравится, нахуй. Я лучше это перезагружусь. Да, все понятно. Так, там мы воду брали, но почему-то она опять мигает. Просто там есть, но типа она не светится, не подмигает нам. Блять, я же мог сразу, да, зацепиться эту хуйню. Ну ладно. Ладно, похуй. Мне так этот момент уже выбесил здесь до хрена что-то. Вот этих вот, блять. Кружечек проебал. Содовых. Окей, отдохнул.
нет, можешь сразу вверх ползти. Так, там крюк. Окей. Содовая. Хули там падаешь? Так, теперь далее нам куда? Вверх, налево, вверх, направо, вверх, направо. О. Там тоже что-то есть. Пистолет. Это интересно. Я думаю, лучше содовую выпить. Как оно все держится? Там, блядь, вот доска практически оторвалась. Useful things in those boxes. Так, а на что это использовать? Now, let's get back to May. А, во. Там точно нет ничего. А я туда и попасть-то не могу, да? Или могу? Да, я туда попасть могу. Давайте узнаем, как. Ёп. Ингалятор еще один. Ура! Whoa, another quake. Hold on.
Еще один крюк. I don't think I can make that drop. А вот теперь ты можешь. А теперь мне просто надо. А тут нет ни хера, да? Блять. Should be able to get back to the street through here. Сейчас я иду, тебе помогу. Ну на тебе аптечку, блядь. Find the stuff you need. Every time an earthquake shakes up the city, it uncovers new stuff we couldn't get at before. Ему руку отхомячили, что ли? Чё у вас, блядь, за манера такая говорить мне вслед, когда я уже ухожу от вас? Может, там важная информация какая, вы, блядь. Вслед мне это, блядь.
Здесь по-любому мне маска какая-нибудь нужна. Типа противогаз какой-нибудь. Да ты... Бандюра. Подожди, И опять же, это просто наверх, да? Не на крышу. Ну, блять, придется так сделать. Чего? Nothing. Not a cent. Here comes a lonely hero. Нате вам бутылку, ни хера себе. I like a man who knows how to charm a woman. There was an evacuation effort. Not much of one, if you ask me. But they did make a makeshift attempt. Boats mostly. Not enough to go around. They took the children first. That's why there are more older people here still left in the city. Well, bottoms up. Опять же, типа впустую, да? Конечно, все интересно, но это все бессмысленно. Вода. Интересно. Батарея. Так, нет, ни хера. Смотри, есть что-то нечто интересное. Так, теперь я хочу туда попасть. Там, где вот здание, что-то огонь горит.
Вода. Я иду неверно. Я знаю, куда я иду, блядь. Я исследую. Я исследователь. И на этом мое исследование закончилось. Да, блядь. Сейчас идем. Девчуша там в беде какая-то орёт. Надо же ей помочь. Блять, она в этом здании. А тут я могу как-нибудь? Ты сейчас, погоди. Сейчас я пойму, как до тебя добраться. Угу. Сейчас, погоди. Так, еще вода. Young man, you have arrived just in time to watch me die. I have but one last wish. To smoke a final cigarette. Да нет у меня сигарет, ты че? I know you wouldn't care anyway. Так. Так, это аптечка. Так. Да пей ты, блядь, свою содовую. Оба-оба. Там монстр какой-то. Да?
Сейчас тебя спасу, подожди. Да-да, вон тебя вижу. А вам что еще? Помидоры? Где вам, блин? Я вот крысу нашел. Блять, вам помидор давай. Блять, блять, блять. Че сейчас было? Так, ладно, пойду эту бабу сейчас спасу, чтобы она не орала. Потому что там еще, есть у нас путь. Просто я думаю, если я им сейчас не помогу, их потом не будет. То есть они погибнут. Здесь, скорее всего, надо заранее всем помогать. Так, этот сдается, да? Нате нахуй. Че, сука, меня подставить так хотела? A lady told me there were a couple of emergency centers set up for isolated women and children right after the event. One of them was in North Haventon, but that was in the early days. I don't know if it was wrapped up well enough to resist the dust. It might be worth taking a look there. Так, разбитый вертолет. А, я могу встать на ту сторону, да, пройти? Man, да не нашел эти сигарет. Опять же какую-то хрень я подобрал. Ёбаная камера.
Во-во, чё-то, чё за урод горбатый? Что ж мне сожрать-то? Угу. Еще вино подобрал. Даже не знаю, я вот это все вообще зазря делаю, нет? Типа, это вообще что, куда, зачем? Может, пизду этим всем дебилам помогать? Я ж так заебусь нахуй. Всю эту парашу их не искать. Да, блядь, спускайся ты вниз. Там еще куда-то путь. Так, а как это я смогу пройти?
Только как-то по зданию, да? Давайте попробуем, конечно. Я, конечно, сомневаюсь, что получится. Но что бы не попробовать. Что надо туда заползти? Угу. Пойдем к этому странному чудику сходим. Ну, на еду. Thank you. That's a good start. Чего? Я тебе даю очень важные ресурсы, очень ценные. Сука. Блять! Я всю эту хуету-то выпил. Я помню, что он что-то вроде дробач он дает. Блять, пиздец, конечно. Ну, не знаю, он будет вообще потом доступен или нет. Блин, это разовая акция, я ему уже дал, блядь, свои эти. Может, я здесь еще найду софтовую. Навряд ли. То есть у меня, в принципе, нету ни сигарет.
just in time to watch me die. Да нет у меня. Кем-то, блядь, надо помидоры, нахуй. Вы не слишком ли охуели, блядь? Блядь, а вот и сода. Ёбаные козлы. Бля, конечно, муторно вот так вот бегать. Young man, you have arrived just in time. Да иди ты нахуй. Пойдемте сейчас дадим этому дебилу содовую. Девка там, наверное, уже задохнулась. Что ждет, пока я там что принесу? На. 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 Who would have ever thought we would get to this? No one trusts anymore. No one lends a hand. We're all alone out here, reduced to a state that would make rodents shudder. Вот, теперь мне есть дробаш. Здорово. See you later. Это того стоило, наверное, не знаю. Так, а если я старт первым еще раз могу вино, в принципе, отнести? Или все равно это, типа, одноразовая хрень? Ну, в принципе, я ему и принес. Они там обрадовались. А если им еще вина принести? Вообще, можно им еще вина принести? Хотя у них не было значка. Они там пизданули что-то, и на этом все закончилось. Значит, нельзя. Значит, все. Значит, к ним не будем ходить, не будем тратить наше время. Ваша, наша.
Нет у меня сигарет, иди нахуй. Я ни души, ни бу, где они. Я даже не знаю, кому сраную крысу-то, блядь, отдавать. Top of this rail car, I could reach the gravel point. А, нет, там просто забраться, да, можно было? Да нет, мне кажется, где-то все на этой локации должно быть. Потому что сейчас я буду подниматься обратно наверх. А у меня здесь есть предметы, которые... Я хер знаю. Но мы вроде бы все оббегали. Вот смотрим на эту сраную карту. Но это вот там, где у нас как раз миссия была, мы наверх поднимались. Да? Здесь нам говорилось, мы идем не туда. Короче, пизду. Идем к этой барышне. Деваху, идем спасать, короче. I should try to swing back there with my grappling hook. Ну ты все. Выебывался еще что-то там. Нихуя, меня почти ёбнули. Это ж рит их, блядь.
Don't shoot us. Hey, guys, he's pointing his gun at me. He's got a gun. Somebody. Now, hey, back up. Think about anybody. It. We help us. Help. Rush him. Now. Hey, don't shoot. Let's try to work this out like adults. Блять, я хотел в огонь втонуть. Скотина тупая. Все отлично. Эх. Бля, это я очень прям долго бегал. Тш, полбу. Fever has gone down some. I think she's okay to move. We need to get out of here. Okay, bring May to my apartment. Here's the subway. Take her up the street to start talking to you. Now go. A subway tunnels have been used since the event to avoid the dust. From the mall station, follow line 4 and take the exit for Crockett Street. You can't miss it. It's in much better shape than almost anything else in Haventon. Let's find a way down to that subway station below. Теперь чем мне куда? You have a daughter of the same age as me? Yes, I do. Where is she? I don't know, May. I came back to Haventon to find her. Well, since you are helping me find my mommy, I'll help you find your daughter. Thanks, May. That'll be a big help. Так, и чё, и куда мне? Куда мне вообще надо идти? А, мне надо в подвал. А, есть возможность, типа, спуститься прям в самый низ. И вверху ещё там что-то. Don't know.
патрона. I'm just taking the child to a safe place. We got hungry children too. May, hold on tight. Вот и все. Так, более утоляющие. Nothing good can come of this. Too bad, it's mine. Give it to me. Get your hands off me. I told you not to take greedy. Now give it to me. No way. Give it to me, or you're dead. Okay, I won't fight. Please don't kill me. Got a little carried away. Desperate times and all. Anyway, я спас его. Biggest emergency shelter was set up inside the mall. It was abandoned pretty quick. Probably other shelters around that still have people. You'd have to leave the city to find them. You'd never catch me wandering out that far. Блять. Аж тебя почти убил, но скрим сработал, есть. Ура. А ты чё, дура, стояла? Ты всё это сама могла сделать. Так, а куда мне пиздовать-то? Да. Ура! Пожар, что, блядь, сука? Нам туда, да? Enjoy it while it's here.
Ёбаные каннибалы. Ёбаный в рот. Да дохните нахуй. Я хуя, не людей. Конечно, вас не оставлю с ней. Ёбаный. А вот сигареты. My worst memory is the evacuation of the city. It took a whole new turn when the dust cloud started to billow in. It was a stampede to get onto the boats. Pushing, shoving, people running each other over. It was madness. Она на зомби похожа. That, some people changed their minds and stayed behind. Myself included. Теперь я даже не знаю, о чем мне их всех поперебивать. А я не могу их, да, поубивать? Суки. Хорошо, еще патроны. So you're just exploring the subway station. А их не даже нельзя в них взять, типа это попорешать всех. Поэтому просто уходим в пизду их. We have to reach the other end of the track. Do you want to go down there? Yes, we have to. Don't worry. It's gonna be exciting. Так, ну, на этом все, что видео и так долго получилось, так что давай, счастливо!